было принято решение, что с 20 мая сегодняшнего дня на всех рынках муниципия Белз и вещевой, значит, оптовый рынок, овощной, центральный рынок, торгующие не платят аренду. Чтобы все были в курсе принятого решения, потому что у людей очень тяжелая ситуация, и мы должны пойти им навстречу. При входе на рынок у каждого, кто заходит, меряется температура. Значит, дезинфицируются руки, выдаются перчатки. Значит, видите, да? Значит, всем меряют температуру. Значит, параллельно дезинфицируются руки всем. И те, кто в перчатках, и те, кто без. Значит, люди, видите, заходят, соблюдают социальную дистанцию. То есть мы должны сделать все для того, чтобы создать все условия и торгующим, и посетителям нашего рынка.